Здравия желаю. Сегодня показываю лампочку, которая горит вечно и не потребляет ток. Она подключена вот отсюда. Вот. И вот ее счетчик проверочный видим. Потребление 0. Горит уже часа 3 и так может гореть вечно. Лампочка LED. Светодиодная на 7 ватт. Такую схему вы можете собрать сами, что применяется и пользоваться, то есть для комнат, для гаражей и так далее, для мастерских. То есть применяется, значит, зарядка от старого телефона, вот она, вот, видно, да, значит, 4,9 вольта, 450 микроампер мощность. Включаем. Далее по схеме. Вот она зарядка, сеть. Далее из зарядки к зарядке подключено вот это устройство. Значит, устройство, которое повышает напряжение с 1 вольта до 48. Такое устройство вы можете приобрести на AliExpress. Цена его где-то, по-моему, не больше 100 рублей. Или 80, или 90 рублей. Или 70. Ну, в общем, не больше 100 рублей. То есть дешево стоит. Ну и лампочка LED. Можете купить в магазине или на AliExpress. Такие лампочки стоят там по 5-10 рублей штука. 7 ватт. Мощность 7 ватт. Дальше я вам сейчас покажу схему, чтобы вы могли сами собрать, если захотите. Вот та, нет, это не та. А нет, она, правильно, попутал. Значит, вот лампочка на схеме, вот, перечеркнута. Вот она показывает. Дальше устройство, вот, красным следом идет по схеме. То есть два проводка выходят на устройство. Устройство, значит, выход с устройства, вот, с выхода. Вот оно. Вот устройство, вот выход. С выхода подключено к лампочке. Дальше устройство подключается, значит, к выходу вот этого зарядника от старых телефонов. 4,9 вольта, 450 микроампер. И это все включено в сеть. Вот сеть. Сеть. И тут счетчик. Счетчик ток не потребляет. Почему? Я утром рассказывал, кто смотрел трансляцию. Уравновешен ток, который идет вот с этого. Тут 4 вольта, он, значит, его, значит, повысили до 10 вот. Смогли, дальше не смогли до 10 вольт. Вот. И он уравновесил, значит, ток, который идет обратно с лампочки реактивной, уравновешен с этим током. Видите, что я говорил. То есть это надо, это сложно. Это надо поймать, или у меня нет прибора, это надо хороший прибор, чтобы выставлять напряжение, силу тока и напряжения, и можно настроить много приборов. Как у меня будет, я это буду делать. Можно много приборов настроить. И вот результат, что токи уравновешиваются, и счетчик не мотает. Как она светит, сейчас покажу. Сейчас вот закрою окошко. То есть, видите, света вполне хватает. Вполне хватает света. Вот освещено здесь все. Вот. Стол освещен. Клавиатура освещена. Освещена здесь. Освещены стены. Здесь все освещено. То есть света вполне хватает. Ну-ка, горит. Вполне хватает для комнаты. Поэтому, если кто хочет, можете собирать.